Елена Рыбакина в нашей студии. Лена, здравствуйте. Я вас все равно поздравляю с этой фантастической неделей. Хочу вас поблагодарить за тот теннис, который вы демонстрировали, за характер, как вы отыгрывались, какую вообще борьбу вы показывали на корте. Мы сейчас перед эфиром с вами так перекинулись пару слов. Я сказала, ну, в следующем году едьте не с пустыми руками. Поняла, какую глупость же я сказала. Все равно эта неделя, это же огромный опыт. Подтвердите мои слова, пожалуйста. Да, конечно же, это огромный опыт для меня. В принципе, я могла бы уже проиграть в четвертьфинале, но смогла выиграть этот матч, и я думаю, что эта неделя была очень хорошая для меня, несмотря на то, что сегодня в финале многое не сложилось, но действительно я приобрела новый опыт. А что не сложилось? Все-таки немного перенервничали. Я понимаю, что Кики Бертенс, девушка, которая в десятке, здесь уже побеждала, невероятно стабильная спортсменка, но вы собой больше недовольны, либо Кики была как стена? Нет, Кики, конечно же, играла хорошо, но я больше недовольна собой, потому что мы уже поговорили с тренером тоже, я не действовала какой-то тактики, которую мы уже обсуждали с ним до матча. Давайте поподробнее расскажите, раскройте секреты, что должны были мы увидеть на корте? Конечно, я должна была больше ходить к сетке, потому что Кики, она хорошо двигается, обороняется, читает игру, и мне нужно было играть более агрессивно. Были моменты, где было очень много моментов, когда я могла выходить к сетке и завершать, но я думаю, что здесь уже были и нервы тоже. Я была где-то не совсем уверена. Но в целом все равно это был очень хороший турнир для меня. Я сидела во втором сете за вашим тренером, слышала, что вам подсказывает. Были ведь моменты, когда можно было переломить ход матча? Когда нужно было действительно дать чуть-чуть побольше удачи, и вот этот обратный брейк, да, уже был? Да, в принципе, во втором сете у меня были шансы догнать его во втором сете и где-то повести, но не удалось. Но, в принципе, конечно же, шансы были. Физически вы готовы вот так вот постоянно каждую неделю играть? Все же в новинку, Лена, все в новинку. Не знаю, посмотрим уже. Ну, как вам кажется, интересно, как вообще вот тело, какой фидбэк вам дает? Если подожди, дай передохнуть или давай еще турнирчики? Ну, иногда после серии турниров, конечно же, я приезжаю домой, у меня нет сил просто встать с кровати, потому что это все накапливается. Сейчас я пока не могу ничего сказать, я думаю, на следующий день я уже почувствую какую-то забитость. Крепатуру, да? Да. Ну, посмотрим, буду стараться восстановиться, уже во вторник мне нужно будет играть. Вы рассказали на пресс-конференции про турнир, который будете играть. Я хочу от вас в студии здесь услышать, что будете от себя вот ожидать во время вот этого там сумасшедшей серии Indian Wells Miami, тот же крупнейший турнир в Дубае и в Дохе. Каких результатов? Не знаю, сложно сказать, как я смогу сейчас выступить в Дубае. Все зависит от того, как я восстановлюсь. Я играю против хорошей, конечно, соперницы, топ-5, Кинин. Главное восстановиться, буду работать. Главное еще мне все-таки следовать тактике. Это все для меня как тренировка в любом случае. Я играю очень много турниров, пока физически позволяют возможности, поэтому... Посмотрим. Лен, я уже говорила во многих включениях, вы, конечно, наша главная потеря. Я поговорю про российский теннис, но в любом случае мы вас воспринимаем как за свою теннисистку. Желаем вам удачи. Пожалуйста, продолжайте нас радовать дальше. Друзья, спасибо, Елена Рыбакина большое была у нас в гостях.